Но я клянусь, этот ублюдок мне заплатит. Где Хэнк Поттри? Он в сговоре со... Где он? Говори, где Поттри? Было хоть одного оставить. Ну, я знаю, что он жив. Надо найти его. Стоп-стоп, он же мне звонил. Он у меня должен быть во входящих. Есть. Что за дела? Я на месте, вы где? Скоро будем. Подгоняли ваш транспорт к пристани. Зачем этот Дэс явился за Хэнком? Что там вообще происходит? Палят из всех стволов. Как будто война. Надо найти Хэнка, пока он не слинял. Боже, это все Хэнк? Хэнк, ты тут? Я тебя не боюсь! Черт, Хэнк ушел. Надо опять отследить сигнал. А с чего ты взял, что мы выпустим такую крысу из города? У нас был уговор. Нет. У тебя был уговор. С моим боссом. Ее здесь нет. Зато есть те, кто клялся искать и убивать биотеррористов, а не помогать им. Тем более предателям. Я сделал, что вы хотели. Вы же обещали. Я обещал! У меня тут в Сиэтле уже 7 товарищей погибло от рук биотеррористов. Я поклялся, что найду и прикончу вас всех, твари. Вот это обещание я сдержу. Когда Августина узнает, что вы меня кинули? Мисс Августина там у себя в башне может договариваться с кем угодно, о чем угодно. А тут на земле больше 1000 бойцов. И наша цель – найти и убить. Ну, он должен быть где-то здесь. И, как всегда, на крыше. Плевать!
Не может быть. Он где-то рядом. Надо еще раз поискать. Видали? Выходит, я и без вас могу легко обойтись. Но ты пока еще в городе. Ну да, за мной через весь город тянется след из ваших трупов. Если сунете нос на пристань, я вашими кишками еще полморя завалю. Он идет к пристани. На суше уже места нет. Видимо, скоро мы с ним встретимся. Ты ублюдок. Она убила Реджи! Я не знал, богом клянусь! Ты не знал? Ты все подстроил! Она сказала, что просто хочет поговорить с тобой! И ты ей поверил, да? Она садистка, каких поискать! Но она еще ни одного проводника не убила! Мой брат был бы сейчас жив, если бы не ты! У нее была моя дочь. Я наконец доберусь до тебя, Августина. Итак, час пробил. Жители Сиэтла, пора забрать наш дом у тех, кто хочет его разрушить. Биотеррористам нет места в нашем городе. Их необходимо изолировать, упрятать подальше от нормальных, порядочных граждан. Ради всеобщего блага. Пусть поторопится, а то больше не останется нормальных людей, которых нужно от меня защищать. Нужно добраться до Августины. Мне стало известно, что на город снова напал биотеррорист Делсин Роу. В результате его деяния уже сотни верных солдат департамента и невинных жителей Сиэтла лишились жизни. И это ты называешь разгулом террора? Ха-ха, да я пока только разминаюсь. Добрый народ Сиэтла, заклинаю вас! Положите конец кровавой резне, которую устроил в городе Делсин Роу. Он перебил уже не одну сотню граждан. Может, среди них были ваши соседи, ваши родные? Делсин Роу лишил жизни бесчетное число моих храбрейших бойцов, солдат департамента единой защиты. Они отдали за вас жизни! Пусть эта жертва будет не напрасной! Делсина Роу нужно найти и покарать любой ценой! Хочешь их спасти, Августина? Тебе нужно правосудие? Сначала придется остановить меня. И, кстати, желаю удачи! Так, трансформатор должен быть... Ну вот, Делс, если отключишь ограду, назад пути не будет.
Так какой у тебя план? Возьмешь ее живьем, чтобы весь мир узнал? Или просто отомстишь за Реджи? Сдохни, сука. Ладно, это уже что-то. Даже если остальное все еще включено. Да вы, гады, повсюду! Нифига себе! Привет! Я нашла кучу трупов, подумала о тебе и пошла по следу. Ты не против? Самое оно. Рад меня видеть. Да я бы справился. Ага, кому ты заливаешь? Составишь мне компанию? Шутишь? Посмотреть, как плечом к плечу сражаются два моих любимца? Ни за что не откажусь. Ага, новые дымовухи. Только бы получилось, только бы получилось. Да они просто лохи. Давай что-нибудь посерьезнее. Ладно, ладно, это серьезнее. Это пригодится. Ранила, ты меня спасаешь. Ранира! Самое время мне помочь! Просите, и вам воздастся! Юджин! Однако умеешь ты уравнять шансы! Хорошо иметь влиятельных друзей!
сила гнева моих демонов! Давай не выражайся, Юджин! Ди, давай сюда, это нужно видеть. Вот тебе еще трамплин. О, думаешь, это тебя спасет? Похоже, тут нужен другой трюк. Ну же, давай, не отставай! Похоже, вся крыша бронирована. Сейчас лучом попробую. Разрезать сможешь? Да! Если вы с ангелочком меня прикроете. Не бойтесь, я вас прикрываю! Ранира, как там? Не торопи меня, Ди, я этого не люблю. Еще немного. Есть! Действуй, Ди! Заходи внутрь и хватай Августину, а мы с Юджином тебя прикроем. Иди и положи конец управлению Августины, а мы сами тебя прикроем.